Кыргызстане открыли уже 48 государственных аптек «Эль-Аман». По мнению министра здравоохранения Алым Кадырова Шиналиева, это значительно улучшит доступ населения к качественным лекарствам по низкой цене. Государственные аптеки «Эль-Аман» в городе Бишкек. ЦСМ номер 1 по улице Фучика, 15. ЦСМ номер 2, филиал улица Хунбаева. ЦСМ номер 3, улица Логвиненко, 30/1. ЦСМ номер 4, микрорайон Восток, 5, дом 40. ЦСМ номер 6, улица Жукеева-Пудовкина, 75. ЦСМ номер 5, филиал, микрорайон Тунгуч, 57. Клиническая больница скорой медицинской помощи по улице Кривоносова, 206. Нацгоспиталь, улица Тагулука-Молдо, 1К. Национальный центр охраны материнства и детства в Джале, по улице Ахунбаева, 190. Чуйская областная больница, улица Саратовская, 10. Государственные аптеки «Эль-Аман» в Чуйской области. Джаильский район, ЦСМ Карабалта, улица Космонавтов, 1. Территориальная больница Джаильского района Карабалта, улица Бешеналиевой, 1. Сукулукский центр общеврачебной практики, село Сукулук, улица Больничная, 1. Исакатинский центр общеврачебной практики, город Кант, улица Иманкулова, 6. Токмокский центр общеврачебной практики, Токмок, улица Гагарина, 140. Киминский центр общеврачебной практики, Кимин, улица Абдыбачаева, 27. Государственные аптеки «Эль-Аман» в Иссык-Кульской области. Балыкчинский центр общеврачебной практики, Балыкчи, улица Океева, 94. Чулпон-Атинский центр общеврачебной практики, Чулпон-Ата, улица Советская, 1. Тюбский центр общеврачебной практики, село Тюб, улица Усмонова, 64/А. Каракольская областная больница, город Каракол, улица Кутманалиева, 2. Государственные аптеки «Эль-Аман» в Таласской области. Таласская областная больница, город Талас, улица Бердике-Баатыра, 1А. Центр общеврачебной практики Таласского района, село Кок-Ой, улица Манаса, 2. Центр общеврачебной практики Бакаятинского района, село Бакаята, улица Манаса, 20. Центр общеврачебной практики Айтматовского района, село Кызыладыр, улица Садыбалдиева, 1. Центр общеврачебной практики Манасского района, село Покровка, улица Кызылтуу, 1. Государственные аптеки «Эль-Аман» в Нарынской области. Центр общеврачебной практики Нарынского района, Нарын, улица Качкынова, 5. Нарынский областной центр общеврачебной практики, Нарын, улица Качкынова, 5. Центр общеврачебной практики Кучкорского района, село Кучкор, улица Орозбак, 157. Государственные аптеки «Эль-Аман» в городе Ош. ЦСМ номер 12, филиал, по улице Абдыкадырова, 9. Ошская городская больница, улица Шуноева, 5/1. ЦСМ номер 8, филиал, улица Раимбекова, 22А. Ошская областная детская больница, улица Салиевой, 56/2. Государственные аптеки «Эль-Аман» в Ошской области. Детская больница «Карасу», «Карасу», улица Ленина, без номера. Центр общеврачебной практики «Каракульджи», село Каракульджа, улица Пазылова, 76. ЦСМ Ноуката, Ноукат, улица Султубаева, 24. Центр общеврачебной практики Узгена, Узген, улица Манаса, без номера. Центр общеврачебной практики Аравана, село Араван, улица Ош, 3000, дом 95. Государственные аптеки «Эль-Аман» Джалабадской области. Джалабадская областная клиническая больница, город Джалабад, улица Пушкина, 91. Центр общеврачебной практики Базар Кургона, Базар Кургон, улица Сайдулаева, 94А. Центр общеврачебной практики Ноукена, село Масы, улица Сорокина, 13. Центр общеврачебной практики Кучкураты, Кучкурата, улица Мурадяна, 17. Центр общеврачебной практики Тактагула, город Тактагул, улица Мумункулова, 27. Государственные аптеки «Эль-Аман» в Баткенской области. Центр общеврачебной практики Учкургона, село Учкургон, улица Дадабаева, 100. Центр общеврачебной практики Сулюкты, Сулюкта, улица Пушкина, 96. Центр общеврачебной практики Кадамжая, Кадамжай, улица Больничная, 7. Центр общеврачебной практики Лейлека, город Розаков, улица Строительная, 3. ЦСМ Баткена, город Баткен, улица Султан Мурата, Минбаши, 14. Центр общеврачебной практики Кызылкии, Кызылкия, улица Ленина, 7.